loves the night and all it brings. She dances among the shiny things. She's lost in the land of make-believe. Night after night she never sleeps. Although there's a love that waits for her beyond that day. Riding these horizons, we'll find our way. We'll leave our
say the word. Ребята, всем добрейшего времени суток, у микрофона, как всегда, старый добрый деда Квинт. Ну и, собственно говоря, пока мы с вами ожидаем пиков банов, хотелось бы вас, во-первых, поприветствовать, сказать вам спасибо, то, что вы пришли на нашу трансляцию. Ну и, разумеется, получайте только удовольствие от наших сегодняшних игр. Сегодня у нас достаточно интересное противостояние коллектива Дид против состава Страйф, но если быть, знаете, так, более, так скажем, компетентным, то, ребята, сегодня у нас будут играть, так скажем, из ДИТ города Москвы, ну и также сражаться они будут с почта-сервисом, ну, то бишь, игроками коллектива Strife. Ну и хотелось вам, разумеется, напомнить то, что Лига Чемпионов Бизнеса, так называется у нас данный турнир, это крупнейшее в СНГ корпоративное спортивное движение, которое успешно развивается с 2010 года. Киберспортивный чемпионат Лиги Чемпионатов Бизнеса появился в 2018 году, тогда он проводился среди московских компаний, но постепенно стал охватывать все больше компаний из других городов и стран. Ну а за это время было проведено 8 сезонов по командным и индивидуальным, так скажем, дисциплинам, в которых приняли участие игроки из 15 стран мира и свыше 130 компаний из более чем 45 субъектов Российской Федерации. И сейчас, собственно говоря, мы будем с вами наблюдать за 9-м сезоном. Пока что проводятся как раз-таки пики-баны. И совсем скоро мы с вами перейдем уже непосредственно к просмотру карты. Но, опять же таки, хочется вам пожелать только хорошего-хорошего такого просмотрится. Ну и обязательно заварите себе чаё, принесите печеньки. Ведь матч будет очень-очень крайне интересным. Что ж, далеко не разбегаемся. Совсем-совсем скоро у нас будет начинаться уже как раз-таки карта. Пока что могу вам сказать, что точно мы не увидим ни Вертига, ни Аверпаса, но ожидаем и смотрим. Into my eyes, my heart beats like a drum. You listen to my lies.
Do I?
Yesterday, no, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Stay. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna. Ну, ребята, всем опять же таки большие-большие приветики. У микрофона все так же сижу здесь у вас и я. Так вот, ребята из коллектива Strife, либо же, опять же таки, как мы с вами прекрасно помним, это Почта Сервис, не смогли прийти на свое быстро-три противостояние, вследствие чего получают техническое поражение. Так что поздравляем ребят из города Москвы, из ДИТ, с их, грубо говоря, победой, так скажем, такой легенькой. Ну и ждем мы с вами следующего противостояния, которое будет у нас в 3 часа 20 минут по московскому времени. Может быть, чуть раньше, я вам об этом случае чего обязательно сообщу, но пока что примерно такие у нас рамки. Можем разойтись, я думаю, на часик-два и ждать, собственно говоря, против кого мы здесь с вами будем в дальнейшем попадаться. В дальнейшем как раз-таки против коллектива как раз-таки нашего с вами любимого будет выступать другая немножечко команда, пойду уточню, какая именно. Voices in my head. I gotta get up again. I gotta get up to another day. I'm not giving up again. I
into my eyes. My heart beats like a drum. You listen to my